каждый котик такой. Мяу, два. Подарки. Эй, что там происходит? Алиса, зачем ты уронила киску? Это же тебя сваляли. Она сама упала? Не кидай киску. Раз, два, три. Улетела. Так, игрушку покемона на полку. Да блин, ну Алис, ну ты что, издеваешься? Она сама упала? Это же подарок, это же ты. Ладно, поставь уже. Какая рожа наглая. Ты мне тут не маши давай. Наглая рожа. Бам-бам, иди сюда. Полетела. Алиса! Это не я. Ты что, издеваешься? Это не я, она сама упала. Ты не будешь со мной разбирать подарки. Хочу разбирать подарки. Нет, ты будешь сидеть тут за то, что издеваешься. И будешь играть со своими макаронами цветными. Нет, хочу подарки. Нет. Ах, так, ну и все. Алиса, только не на шалюзи. Каждый котик такой. Мяу. Тря-тря-тря, ты на канале Magic Pets. Я покемон Юмичу, а вы собрали очень много лайков на предыдущем видео. И поэтому сегодня наша киска Алиска сняла «Каждый котик такой 2». А пока нас не было, на других наших каналах вышли очень крутые видео. Ссылки там внизу. Там на нашем канале Magic Family супер эпик влог со мной. Я ездила на машине, лазила по заброшкам и по трубам под землей. Обязательно посмотри это видео. Я чуть не упала во враг, занималась. Бегала по полю и целых 2 раза упала в озеро. Короче, увидишь. А на Анином канале вышел первый страшастик. Очень жуткий. Да уж. Но если любишь страшилки, то посмотри. Там такая жуткая слендерина и логово семьи слендеров, что просто капец. Ставь скорее лайк, если хочешь еще каждых таких или скетч от Юмичу. Ты же девочка, голосуй в вопросе, и мы начинаем. Погодите, смотри, в наши видео могут попадать случайные классные комментарии. Сегодня вот эти, и твой комментарий может быть тут, так что пиши их там внизу. Поехали. Каждый котик такой. Мяу. Ань, а что ты делаешь? Я устанавливаю скрытую камеру, чтобы никто не тронул мои цветы. Скрытую камеру? Ой-ой. Вот-вот, киса Алиса, если ваза будет опять перевернута, я увижу, кто это сделал. Так, цветочки, вас снимает скрытая камера. Поэтому я, к сожалению, не могу вас выпустить из вазы и красиво раскидать по полу. Но я могу немного погрызть ваши листья. Я ведь не нарушаю правила. Аккуратненько, главное не падайте. Главное не уронить. Как жаль, что... Киса Алис, что ты тут делаешь? Иха Юмичу, если уронишь вазу, нас снимает скрытая камера. Ее поставила Аня, чтобы если что увидеть, кто уронит цветы. Юмичу, что ты тут делаешь? Тихо, тетя София, тут скрытая камера. Зачем? Ее поставила Аня, чтобы если что увидеть, кто уронит цветы. Может, надо ее выключить? София, что вы тут делаете? Тихо, Эйвен, тут где-то скрытая камера. Аня поставила ее, чтобы увидеть, если что, кто уронит цветы. Ладно, давайте лучше пойдем отсюда. Ну ладно, ясно, вроде как никто цветы не уронил, камеру можно убирать. А что ты тут делаешь? Выключаю скрытую камеру. И что, ты уже выключила? Да, выключила, Алис. Уже ничего не записывается. Круто! Ага, попалась! Ну я ж не уронила. Ну да. Каждый котик такой. Мяу. Почему весь пол вечно в крошках кошачьего наполнителя? Ходишь как по пустыне, все ноги в песке. Пойду-ка я в магазин схожу. Киса Алиса, я только из магазина и заодно купила тебе новый туалет. Это что за космический корабль? У него такие высокие бортики, что оттуда просто невозможно высыпать наполнитель. Особенно, если ты будешь копать аккуратно. Договорились, киса Алис? Да-да, договорились. Почему опять на ноги липнет кошачий наполнитель? Я ж купила новый ту... Блин, да что ж такое-то? Киса Алиса, ну мы ж договаривались, ну... Хочешь, чтобы я не копала, да? Да. Хочешь, чтобы я не делала того, что мне нравится? Ну, не так сильно. Хочешь, чтобы я была несчастной? Нет, но... Хочешь меня лишить последней радости в жизни? Почему последней-то? Ты меня не любишь. Алис. Все ясно. Уходи. Блин. Каждый котик такой. Мяу. Мне надо срочно написать письмо. Киса Алиса, ты чё? Пожалуйста, уйди с клавиатуры. Я тут аккуратненько. Полежу немножко. Алиса, у меня там пишется... Алиса, Алиса, киса Алиса, слезь с клавиатуры, Алиса. Сиди на столе, делай что угодно, только не садись на клавиатуру. Алис, зачем ты карандаши мои грызешь? Ты сказала, делай что угодно. Я вообще-то думала, ты спокойно тут полежишь и не будешь мне мешать. Что это? Я лежу. Мне так нравится помогать тебе работать. Алиса, ты не помогаешь мне работать. Ты портишь мне переписку. Мне приходится оправдываться. Давай, отойди с клавиатуры, не лежи на ней. На одной лапке. Алиса, ну пожалуйста, я тебя умоляю. Одной. Нет. Одной. Нет. Ладно. Ой, блин.
Каждый котик такой. Мяу. Киса, Алиса, сколько можно тебе говорить, чтобы ты не лазила по столу? Тем более, когда я готовлю. Потом у меня вся еда в твоей шерсти. А что это такое? Это огурцы. Ты такое не ешь. А это что такое? Это нож, и он вообще несъедобный и очень острый. Аккуратнее. А тут что такое? А это зелень. Все. Если хочешь тут быть, сиди на табуретке. На стол не лезь. Ой, так. Алиса! Я хочу посмотреть, что такое зелень. Это лук, укроп и всякая такая фигня. Ты такое есть не будешь. Тихо, я спряталась. Очень смешно. Тебя совсем не видно? А у коровы это весело. Алис, ну дай мне приготовить салат, я есть хочу. Все, хватит. Нет, я хочу поиграть с укропом. Ах, ты хочешь с укропом поиграть, да? Ну хорошо, на тебе укроп. Давай поиграем с укропом. Давай возьмем побольше. Смотри, какой укроп. Фу, он вонючий. Что, передумала играть? Да давай поиграем. Все, отстань от меня, надоело. Вот и нечего лазить по столу. Так, блин, помидор забыла. Помидор забыла, бе-бе-бе. Эй, ты, зелень, это я тут решаю, где мне лазить, а не какая-то там повариха. Поняла, зелень? Алиса, если я вернусь, а ты опять на столе? И вообще, это я не хочу с тобой играть. Каждый котик такой, мяу. Так, Рики, тебе нужно отсюда уйти, потому что мне нужно проверить, как проходит наше переселение муравьё. Что это за звук? Хм, как это видео с котиками включилось само? Ладно. Ну что, как вы тут, мои муравьиши? Да что такое? Кажется, звук был из моей комнаты. Кто мог опять включить это видео? Что тут происходит? Алиса? Это кто-то другой. Ладно, я закрою дверь. Так, посмотрим. Да что ж такое? Ага! Попалась, Алиса? Сама не понимаю, как это происходит. Так, давай иди отсюда, Алис. Ой, больно надо. Все, не залазь на мой стол. Так, надо посмотреть. Да блин, Алиса! Ой, все, ты мне надоела. Бегаешь туда-сюда, орешь. Это я тебе надоела? Я пытаюсь заняться своими делами, а ты бесконечно включаешь тут видео, оно орет на весь дом. Да-да-да-да-да-да-да. Каждый котик такой, мяу. Ставь лайк, если хочешь еще скетчи и пародии. И переходи по ссылкам на новые видео на других наших каналах. И не забудь подписаться на наши инстаграмы. Может мне и правда снять скетч, ты же девочка. Я ведь покемон, и все меня часто ругают за грубость. Юмичу, я все время тебе говорю, ты же девочка. И я, мне уже надоело это слушать. Вроде ничего такого-то не сказали. Ага, подростки такие ранимые.